может, вернемся? Как думаете? Мы можем случайно вляпаться в большие неприятности. Дамы и господа, скажите, какой вопрос больше всего занимает каждого человека? Сколько мне осталось жить? И я представляю вам Виталотрон. Это устройство предсказывает срок жизни любого организма. А на людях вы испытания проводили? Ты же это не всерьез? Выходи сейчас же! Все системы готовы к работе. Чрезвычайное происшествие, мистер Гроуд. Кто-то залез в Виталотрон. И сколько мне осталось? Всего 2 часа. Что будешь делать? В смысле? Нельзя же просто так сидеть эти 2 часа. Список желаний. Что в нем? Погонять на мотоцикле. Мотоцикл. Тим. Поцеловать девушку. Ты такой талантливый и симпатичный. Хочу оставить свой след в искусстве. Зацените. Ты же не будешь рисовать в музее естествознания. Хочу побороть страх высоты. Пусть эти идиоты его разыщут, Лена. Мы их потеряли! А знаешь почему? Потому что ты тормоз. Ты спасешь мне жизнь? Успеть за 2 часа. Смотрите в онлайн-кинотеатрах.